Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Это новая игра на моем канале, в нее еще мы не играли, но в принципе я думаю все догадались, что это за игра. Это игра CSGO. Итак, я в этой игре буду придумывать себе челленджи, пока что сам, потом вы будете придумывать мне их сами. То есть челленджи будут заключаться, например, сегодня первый челлендж у нас будет, это нам нужно играть только, ребята, с револьвером. Больше никакого оружия мы использовать не можем. Мы будем играть в напарниках, так как в ММ это слишком долго, а в напарниках, в принципе, раундов меньше, и мне, в принципе, здесь нравится здесь вообще в целом играть. Ранг у меня, точнее не ранг, а звание у меня Big Star, да. В принципе, не такой уж и низкий, то есть какой-то скилл здесь уже, наверное, присутствует, играют, в принципе, нормальные люди. Итак, вот, у нас мы будем играть только с револьвером. Все, ребят, сейчас дожидаемся начала, кончается разминка, и мы, собственно, будем приступать уже к матчу. Итак, еще, ребят, важная штука, то, что нам обязательно нужно выиграть игру, и желательно мне быть в топе, то есть, чтобы я не просто там где-то ныкался, а, то есть, нормально играл, либо чтобы у меня, в принципе, по киллам было близко, как у моего союзника, да? Так, давайте сразу замутим, наверное, всех противников. Вот так вот. Все, ребят, игра скоро начнется. Надеюсь, что мы победим. Это пока что первая катка. Надеюсь, что в первой катке все получится. Итак, погнали. Все. Берем сразу же револьвер. 600 баксов он у нас стоит. Так, у нас союзник русский. Надеюсь, что если что, будет давать инфу. Все, погнали. Карта нюк. Посмотрим. Идем, значит, в окна. Чекаем сити. Так, есть один, ага, под окнами. Так, а где еще один? Зачем он с бомбой-то побежал? А, тут, видимо, АФК. Первый раунд у нас слишком легкий, я даже не успел никого найти, просто элементарно не успел добежать. Два килла дает наш союзник, начинается второй раунд. Все так же, ребят, я играю с револьвером. Надеюсь, что мой союзник не ливнет с игры, потому что подумает, что какой-то дебил играет только с одним оружием, тем более с пистолетом. И с пистолетом, с которым уже, наверное, никто не играет. Но, кстати, напишите в комментариях, играете ли вы... Играете ли вы с револьвером? Бля, что, реально? Они что, АФК будут стоять? Что за бред? Блин, что за бред? Мне что, реально повезло, что ли? Точнее... Дайте мне хоть... Да я хоть его убью. Блин, мне только засчитали... Мне засчитали только этот, то, что я его помог убить. Так, выкидываем сразу новую. Кстати, я еще вначале не сказал то, что я могу, ребят, использовать также гранаты и покупать броню. А стрелять по противникам только с этого, с револьвера. Что-то вообще даже мне, если честно, непривычно с этим оружием играть. О, мой первый килл, ребят, поздравляю. Так, можно, в принципе, пацана замутить тоже. Что-то слишком легкая у нас игра, 3-0 мы ведем, но, правда, у меня один килл. Мне нужно срочно догонять по киллам моего союзника, иначе челлендж не засчитается. Также, ребят, пишите в комментариях, какой челлендж вы хотите увидеть. Смешно. И все, что ли? Типа, он сейчас сдастся, что ли, или что? Что-то они там, походу, не поделились своим союзником, один вышел. У меня всего лишь один килл. Но сейчас, если... В принципе, эту игру можно так скипнуть и начать, наверное, со следующей, потому что что-то как-то противники не очень-то хоть собираются играть, как я понимаю. Ага, первый килл. Так, мне надо сразу второго искать. Блин, не успел я его убить, к сожалению. Ну ладно, этот все равно, я думаю, эта игра не будет засчитываться. Так, просто сейчас пошалим маленько здесь, побегаем, попрыгаем. Как раз разомнемся, потому что с револьвера вообще я не играю. Я играю только с дигла в нормальных обычных катках. Поэтому нам надо какой-то скилл тоже поиметь с револьвером. Давай сейчас просто будем рашить тупо-то от двери и пробовать ставить головы. Не знаю, убил я его. Да, отлично. Какой у нас третий килл уже получается. Бомбу, я думаю, смысла ставить нет, в принципе. Так, а, ну все понятно. Они все АФК стоят. ГГ. Сейчас доигрываем. Осталось 3 раунда и все, уже идем на скаточку. Такая вот, такие вот бывают, ребята, катки. КС, она такая. Now,
Выходим. Никого нет. Они тупо уже, походу, вдвоем АФК вообще стоят. Блин, мой союзник добегает быстрее, чем я. И он мне вообще не дает киллы делать. Так, Максим, выбрасываем. Кстати, я вот думал себе челленджи, да, с каким оружием поиграть. И вот решил, что скорее всего в следующей серии, ребят, выйдет с магом 7. То есть вот не с этим, а с которого ЗКТ дробовик. А получается, за террористов мы будем брать Save It Off. То есть вот с этим дробовиком. Надеюсь, что-то интересное получится. Да ё-моё, и как выйти его же. Ох, нифига, револьвер какой, просто тупо меткий пистолет. Меня убил бот. Я справа кнопкой, потому что зажимал. Да я говорю, я просто не умею с этого оружия играть, поэтому я и взял, чтобы было интереснее как-то. Потому что иначе, если я возьму там какой-нибудь калаш, смысл будет тогда игры. Если я просто буду там, например, легко от меня будет доставаться. Именно суть заключается в челлендже в том, что это довольно-таки сложно, в принципе, играть с револьвером. Давайте, ребят, накидайте лайков на этот выпуск. Сейчас мы уже будем переходить уже к следующей катке непосредственно. Так, берем опять револьвер. Давайте флешку и тупо зарашим окно, наверное. Хотя смысл, в принципе, можно просто идти двери и все так же рашить. Да уж, первая каточка такая прям попалась у нас. Легчайшая. Так, он направо ушел. Один направо ушел, один на респе, походу, дерется. Первый килл, и там направо ушел. Где он? Вот он. ГГ, сколько там киллов я сделал. Да, кстати, вот эта прикольная штучка в новом обновлении сделали, мне нравится. Так, у меня осталось больше всего убийств из пистолета. 5 убийств мы сделали всего, да, получается? Да, всего 5 убийств. Все, ребят, переходим к следующей катке. Все, ребят, следующая катка у нас началась. Карта то же самое. Ой, что я сделал? Да-да. Я купил случайно глок. Купи револьвер, пожалуйста, купи револьвер. Есть у тебя? Нет. Блять. Я купил случайно броню просто по привычке. Ладно, это я никого не буду убивать. Как мне, блядь. Я просто запорол сейчас эту катку, походу. Мне ни по кому стрелять нельзя теперь. Один КТ. Зарезал одного. Я не знаю, будет ли считаться это, конечно. Но, в принципе, да, я же сказал то, что мне можно только использовать револьвер. Ладно, давайте засчитаем, в принципе, эту катку, наверное, если сейчас мы победим, то, в принципе, ее будем считать, потому что, в принципе, я ни с никакого оружия не стрелял, только зарезал одного, типа, а так, в принципе, все нормально. Поэтому давайте уже засчитаем эту катку, типа, такую небольшую поблажечку сделаем, так как это первая все-таки серия, пробная. Итак, уже вторую каточку сейчас будем играть. Так, гранаты я использую, значит, могу. Револьвер, у меня чисто револьвер. Все, погнали. Давайте, наверное, попробуем бомбу поставить. В маленькую дверь сбегаем. Может быть, прокатит. Сколько мне там патронов? У меня, кстати, всего лишь 16 патронов общих. Получается, на револьвере это довольно-таки мало. Опа, все, отлетел, я понял. Да уж, что-то нам не везет пока. 2-0 счет, мы проигрываем, ребят. Так, давайте гранат побольше возьмем. Блин, это что-то я себе, по-моему, для первой серии сложный очень челлендж взял. Не знаю, с какого раза мне придется получится его выполнить. Получается, только вторая попытка, вторая катка. Что-то я вообще не туда кинул молотов. Ох, нихера себе, как он успел обойти-то? Что-то я даже не услышал, что там дверь открылась. Они, походу, ее в самом начале разбили. Ой-ой-ой, как пацан хорошо дает. Ох, как он его забайтил. Это надо прям вставить, хорош. Реально хорошо дал, четенько прям. Так, у нас один килл, но это только с ножа. Пока с револьвера мы никого не убили. Давайте, пацану, скинем бомбу, наверное. Надеюсь, что эту каточку мы затащим.
походу кто-то рашит окно. А, нет, это гранаточка залетела прям в лицо на минус 50. Ой-ой-ой, ну я попал, минус 69. Блин, тяжело с револьвера реально. Я думал, что будет попроще, но, видимо, звание из-за того, что более-менее какие-то нормальные. Тяжело. О, как его развели с двух сторон тоже. Опять же, как он в прошлом раунде развел их, теперь они его развели. Я не знаю, вообще, есть ли смысл покупать гранаты, мне кажется, даже в этом смысла нету. Так, надо тащить, у нас счет 3-1, надеюсь, что мы сейчас затащим. Я даже не знаю, что делать, если честно. Так что граната прилетит туда. Первый килл, отлично. Ой-ой-ой, перезарядка не вовремя! Я почему-то думал, что он где-то над плантом. Если бы не перезарядка, возможно, бы я его закилял. Блин, это, кстати, хороший был килл. Первый килл с револьвера в нашем челлендже. Скидываем бомбу сразу. Кстати, денег всегда хватает на револьверы, на все гранаты и на фул броню. Что, в принципе, неплохо. Смотрите, идем в принципе, с равным счетом 2-2. А вот сейчас, походу, там кто-то рашит уже. Ну-ка. Не пойму, где он есть-то. Эх, блин, да мне почему-то с одного патрона не получается убить. Но хорошо, раунд взяли. Сколько мне там, 2 килла только, 1 килл с револьвера. С одного патрона он, походу, не убивает, что ли? Я думал, что он с одного патрона убивает. А, ну хотя, в принципе, у них фул броня, наверное, так не должно быть, чтобы он с одного патрона убивал. Тем самым, 4-2, ребят, нам надо хотя бы еще 2 раунда взять, чтобы на ничью сравнять. Фух, пока, в принципе, идем неплохо, более-менее. А вот сейчас, походу, опять кто-то рашит. Тихо-тихо. На КТ один у них. Ну как-то очень аккуратно кинуть гранатку туда. Есть гранатка. Опа, а вот отель уже не залетел. Ну-ка. Блять, ну как так? Четко прям стрелял. Думал, что убью. Ой-ой-ой, он еще и выиграл раунд. 2-1 затащил, пацан. Блин, очень тяжелый, если честно, челлендж. Я выбрал, надо было легче делать. Тем более для первого раза. Не забывайте, кстати, написать коммент, какой вы хотите в следующий раз. Можно вообще какой-то не обязательно с оружием, да, то есть. Это я так чисто сам придумал, с каким-то оружием бегать. Итак, ребят, последний раунд за террористов у нас. Скидываем, как обычно, бомбу. Парень берет АВП. 5-2 счет нам надо брать, иначе если мы сейчас этот раунд не возьмем, то будет нам вообще тяжело за КТ. Ой-ой-ой. А, он того убил все-таки, пацана, я думал, что нет. Так, шанс, есть шанс. Есть! Взял я все-таки этот шанс, отлично. Первый килл, точнее второй килл с револьвера, отлично. 5-3, как я и сказал, надо брать этот раунд. Сверц взял, собрался и взял его. Хорошо. Фух, летим дальше. 5-3 счет заканчивается за террористов у нас. За КТ здесь будет полегче, берем револьвер. Так, что нам, куда, я даже не знаю, куда здесь за КТ сесть, чтобы нам надо как-то ближе к противнику смещаться, наверное. Я думаю, что, в принципе, можно сесть где-то над плантом. Сейчас, возможно, будет раш двери. Двери слышу и маленькую дверь слышу. Да как я в него убил, думал, что убью. Ладно, нормально, я в него точно хорошо попал. Эх, по второго, 78 я в него попал. Вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо пошло. Неплохо, кстати, реально. Так, надо взять. Надо, кстати, еще я могу покупать также набор сапера, если что. Ой. Да, купил набор сапера, и теперь я не могу. Скинь револьвер, пожалуйста, я тебе юзу дам.
Фух, попался нормальный союзник. Отлично. Чуть сам себе сейчас не запорол, блин. Так, встаем, наверное, где-то вот здесь вот пока что. Так, я не пойму, где я. Ага, один двойные двери есть. Есть! Одного убил. Второй там же. Слышу его. Эх, блин, да и должен. Как? Один хп. Это, походу, с гранаты. Я должен был его убивать. Блин, я просто поверил в себя. Хорошо, взял он раунд, молодец. Вот уже обстановка накаляется. 4 килла уже сделал с револьвера. В принципе, иду нормально со своим союзником. Нет каких-то больших отставаний. Это хорошо, это радует. Фух, надо собраться, надо собраться. 5-5, ребята, ничья. Сравняли счет. Надо брать эту игру. Ну-ка, если вот сюда мы подожмем. Есть голова! Есть, хорошо. Отлично. Я даже что-то прям уже почувствовал, как с револьвера вроде как стрелять. На, калаш. Фух. Отлично. 6-5, ребята, на раунд мы уже ведем. Надеюсь, что мы выиграем эту игру. Давайте смачок сейчас на двойные двери. Гранату в окно. И можно опять поджать окошко, только аккуратно. Вроде никого. Ох, я хотел этого убить, за спину зайти. Так, бомба здесь, отлично. У меня 19 хп, 19 хп всего лишь. Где он есть-то? Он походу в этой, что ли, винтах? А где он? Мне кажется, он в винты пошел. Или тест-спавн. Ух, блядь, я аж испугался. Бля, зачем я КТ чекал? Зачем я чекал КТ, если я думал, что он в винтах? Блять. Ну, в принципе, у этого пацана хорошая позиция, если он его... А, время, он его уже не обойдет. Все, это изи раунд, сейчас изи раунд будет. Лучший, 7-5, отлично. Хорошо, идем. Блин, у меня, правда, 6 киллов, надо догонять. Ну, в принципе, я думаю, если мы с таким счетом сейчас выиграем, в принципе, нормально, потому что для первого раза, в принципе, хорошо. Самое главное выиграть, и желательно быть на первом месте, либо же близко с своим союзником. Ну, потому что я, в принципе, реально, ну, то есть, не где-то там АФК стою, не ныкаюсь, я стараюсь убивать. Это реально, я думаю, видно, в принципе. Эх, блядь, чуть не хватило. 7-6, взяли они раунд. Мне надо, чтобы мой союзник не умирал. Надо, чтобы он просто не умирал. Надо как-то поаккуратнее уже играть. Давайте возьмем на всякий случай набор сапера. Потому что он может решить исход игры. Вдруг бомбу поставят. Так. Надо над плантом, я думаю, все-таки стоять. Самая выгодная позиция для меня это над плантом. Где он? Я не знаю, справа, слева. Инфы нету. Надо чекать окно, мне кажется, окно поджали уже. Ух, как хорошо я ему дал. Ну-ка, второй, да, нет? Эх, ну хорошо, я хоть в него попал. Минус 90, надо дать инфу, минус 90. Отлично, в принципе, реально я почувствовал это оружие. Должен брать. Ну, пацана, 10 хп, он должен взять этот раунд. Фух. Давай, 36 секунд, ребят, у нас осталось. Важный раунд. Слышу его в пункту, он здесь, близко, справа сразу. Стреляй! Не думай с ножа.
Хорош! Лучший. Реально союзник хороший попался. Тащит. Вместе с ним вообще нормально делаем. В принципе, у меня три помощи, то есть тоже довольно-таки неплохо. Я считаю, что на таких, в принципе, званиях, с таким счетом и с таким оружием, с револьвером, с которым я вообще никогда не играю. А если играю, то я играю только с диглом, то есть на его место дигла. Это специально для челленджа я поставил его вместо дигла, а так я вообще с ним не бегаю. То есть для первого раза, в принципе, я считаю, что неплохо, наверное. Так, слышу их, походу, они оба тут, по-моему. То есть дверь и окно. Сейчас дам туда молотов. Флешку надо грамотно дать. Ой-ой-ой-ой. А вот это очень опасно, ребят. Сейчас это очень опасно. Слышу. Блять, я думал, что он снизу. Фу, ребят, вот это капец как опасно теперь. Ёб твою ногу. Так, берем только самое необходимое. Наверное, все-таки набор сапера и смог. Самое главное не умирать этому, нам надо дать один килл, чтобы он дал либо я, и все, и просто сидеть. Мы все-таки за КТ, надо ждать сейчас какой-то хороший раунд, надеюсь, что мы выиграем. Слышу его. Блять, второй раз не успел выстрелить. Зачем я на него пошел? Все, просто надежда на союзника. Если мы не выиграем это, ребят, не выполнение челленджа. Все, пиздец, минус челлендж нахуй. Еще одну катку сейчас придется идти. Ну и ладно, давайте, ребят, на этом, наверное, челлендж будет не выполнен. Все-таки на этом закончим, потому что серия уже длится очень долго. Реально, сегодня очень было очень много прикольных моментов. Если вам нравятся челленджи CSGO, обязательно поставьте лайки, ребят. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, не забывайте, какой челлендж вы хотите, чтобы я выполнил. Все, ребят, всем удачи и всем пока.